О времена, о нравы. Крылатое выражение очень точно характеризует кровавую драму в Сормовском районе. Согласно материалам дела, жена отправила мужа на кухню готовить кашу ребенку, а сама уединилась в комнате с любовником. Алексей Безроднов застал их в самый недвусмысленный момент. Не смог сдержать ярости и попытался убить обоих. Аморальное поведение его. Обстоятельства так сложились. Вы действительно из-за ревности? Не знаю, не могу сказать, что там больше было. Ярость, нервы, это все. У подсудимого возник умысел на почве ревности на убийство друга своей супруги. В связи с чем он приискал на кухне нож, нанес данным ножом телесное повреждение в область спины потерпевшему. От нанесенного телесного повреждения нож переломился, и клинок ножа застрял в спине у потерпевшего. Желая довести свой умысел до конца, подсудимый вновь сходил на кухню, взял иной нож, которым причинил телесные повреждения в виде многочисленных колото-резанных ранений плеча, грудной клетки потерпевшему. От полученных телесных повреждений впоследствии тот скончался на месте совершения преступления. У него там ножевые ранения, 24 ножевых ранения. Не могу. Он схватил свою жену, которая находилась на диване, за волосы, оттащил ее и нанес колото-резанное ранение в область ее шеи. Сами серьезно пострадали. Я не буду говорить ничего. Вы чувствуете, что вы сами в чем-то виноваты? Я не буду говорить ничего. Все было на моих глазах. Безобразница. Как она себя вела? Вот что, не, как говорится, не мой мужик, то все с ним. Я говорю, что ты, откуда такая гадость взялась? Такого поведения вот эта мадам, из-за которой погиб такой человек. Мы все, весь подъезд, мы в шоке все. Почему у вас такое поведение было? Поменьше таких женщин бы было, ничего бы такого не было, я думаю. Зачем она напилась и улеглась, что ли, вот как? Зачем? Женщина, детьми муж есть. Это что? Нет, мне его не жалко. Вы знаете, мне было бы жалко, да, вот человек расстроился, вот все, ух, да, и все. Но решетить, так, решетить человека, это как? Это я не знаю. Это, по-моему, зверь или не зверь, то кто тогда? Кстати, в качестве наказания ревнивого мужа ждет не более 10 лет лишения свободы. Как сообщил прокурор, аморальное поведение жены и убитого будет учтено как смягчающее обстоятельство.